Здравствуйте! Этот видеообзор посвящен аналоговой видеокамере Hikvision DS2CC 1192P. Данная камера оборудована CCD-матрицей и имеет разрешение 650 девиаляционных линий. Также данная камера оборудована процессором Athlon. Внутри коробки мы можем найти инструкцию по эксплуатации и саму камеру. Как вы видите, камера представлена в стандартном корпусе. Корпус камеры металлический. На задней панели присутствует переключатель типа объектива, аналоговый видеовыход и разъем для питания на 12 вольт. Также на задней панели присутствует меню, в котором мы можем регулировать такие параметры, как, например, компенсация боковой засветки или включение функции расширенного динамического диапазона. На боковой панели присутствует разъем для автоматической регулировки диафрагмы. Сейчас вашему вниманию представлен пример дневного видео, записанного с помощью камеры DS2CC 1192P. Видео снято с разрешением 640 на 480 и скоростью 25 кадров в секунду. И пример ночного видео, снятого при таких же параметрах.